Антоша, братан, ты сейчас ссаться кипятком будешь. Сижу, короче, в УАЗике. Буханка, 2019 год. Стоят спортивные кресла Рикара. Охуенные. С боковым поддерживаем. С боковым поддерживаем устройством. Вот Ромашка там, пацаны здесь. Это, короче, тачка МЧСовская, нахуй, понял? Смотри, какая хуйня есть. Опа, вебаста. Понял? Вот она стоит. Я тебе говорю, все. Дёр покажи. Тут все, нахуй, со всеми этими. Короче, четырехточное крепление ремней. Распорки, нахуй. Распорки. Тут вообще пизда. Тут не тачка, нахуй. Вот электронное табло. Ты просто отдохнешь со своей хуйней, глянь. Вообще машина новая. Печка. На две стороны еда выходит. Она на вонючку, нахуй, вторая на ноги водителю. Вот. Даже есть кондиционер хики. Оба-на! Видал? Домашний кондиционер в машине. Который, сука, не работает, нахуй. Хоть что, жми, нахуй, он не включается. Там место есть под трубку. Сейчас. Тут есть место, короче, выход под трубку, но... Смотри, подсветка салона. Китайские фонари. Это с завода УАЗа. Китайские фонарики. Ну-ка, опс. Сики, дал какая хуета. С кем разговариваешь? Сейчас наружу с Антошей. Сейчас я ему сниму. Антоха, привет. А вот от Кирюхи, привет. Так, смотрим дальше. Ну, здесь, короче, болты были лишние. Вот, видишь, тут все ебать, так все ровно. Короче, сделано по лазерному уровню. Видал? Вот здесь. Прям все болты, прям идеально гармонируют, да клопы. Клопы, нахуй, с этой ебаной машиной, нахуй. Пойдем сейчас на улицу, вот здесь я покажу. Сейчас охуеть. Ты глянь, что тебе тут сверху, с этой кондишкой. Вот она, нахуй. Кондиционер, блядь, ты представляешь, какая хуйня, который не работает. Вот тебе новая буханка. 19-й год, 1 800 000. Вот этот кусок говна. Понял? Вообще ничем не изменилось, я нахуй. Сейчас дальше тебе покажу. Идем в багажник. Багажный отсек. Та-дам! Китайские плафоны. Смотри. Опа, це. Дал бы как все вообще тут бомбический умывальник. Да, тут кухонный гарнитур. Тут столешница здесь стоит. Нахуя это здесь все сделано? Хуй его знает. Вот. Рубильник. Сейчас тебе, братан, вообще покажу корку, нахуй. Смотри. Опа! Молдинг закончился! А ты паном, сука, обшито, представляешь? Просто тупо, а ты паном, блядь. Ебанутый, сука. Да смотри, дальше нахуй. Розетка. Та-дам! Я тебе говорю, Тоха, блядь, был бы ты нахуй здесь, обоссался бы нахуй. До сих пор ссуся, блядь. От этой хуеты за лям 800, блядь. Ебать его копать нахуй. Вообще ничего не изменили. Вот долбоебы, блядь, а.